первую очередь он должен быть мужчиной. И он должен меня оценивать не с точки зрения внешности, а с точки зрения того, как я себя веду. Всем привет. Мы находимся в таком небольшом уютном помещении, в котором я, по сути, провожу большую часть своей жизни. Занимаемся прокатом автомобилей. Я думаю, это уже ни для кого не секрет. Ну, на самом деле, в этом офисе ничего, кроме бумажной работы, интересного не происходит. Поэтому, я думаю, лучше нам пройти и посмотреть все-таки на автомобили. Как сказать, слава богу, у нас их мало сейчас стоит, потому что в основном все в прокате. Это радует. Это мой автомобиль, за которым я практически все время езжу. Да, мне очень нравится заниматься прокатом авто. Мне просто нравится работать с машинами. У меня своих автомобилей 6. На самом деле, моя мечта – это Volkswagen Scirocco, года так 2010-го. И, наверное, второй автомобиль – это был бы Volkswagen Passat CC. Я не говорю там про Porsche Panamera, Cayenne, про там BMW, F-ки и 221-й Mercedes. Просто из реальных автомобилей, которые, скажем так, ну, я думаю, что в ближайшее будущее можно будет себе позволить. И мне кажется, что если бы даже у меня был свой автомобиль, я бы все равно его сдавала в прокат, так как деньги не должны простаивать, они в любом случае должны приносить еще больше денег. Мы заходим на СТО, на котором, собственно говоря, и ремонтируются все мои автомобили. А пока никого нету. Диана очень приятный человек, общительный. Как говорится, постоянно наш клиент. Очень много, как говорится, нам... Работа, соответственно, и прибыли приносит. Да, есть и такое. Ну, допустим, если я еду на автомобиле, то я просто уже слышу, что с ним что-то не так. И что надо гнать на СТО, и пускай профессионалы разбираются. Менять колесо, честно признаю, было такое, меняло. Поэтому никакого проблемы в этом не вижу. Дело в том, что после работы я не возвращаюсь сразу домой обычно. Ну, я стараюсь как-то все-таки отвлекаться. Это... Ну, вот неделю назад, например, ходили с девчонками в караоке. Один парень даже подошел, сказал, говорит, девушка, говорит, я вас видел на онлайнере. Я, конечно, улыбнулась, сказала, очень рада. Он пожелал удачи, ну, так вот разошлись. Молодой человек, он не должен сразу полностью показывать, что он там, ты ему безумно нравишься. То есть он как-то должен подходить к этому, ну, не знаю, более, наверное, с хитринкой. И мне, например, хотелось бы, чтобы, допустим, мужчина, который был бы рядом со мной, он занимался чем-то схожим. Мне просто нравится работать с машинами. Много расскажу об аппарате, это очень легкий автомобиль. В мире их всего было 5000 экземпляров, это 3405 экземпляр из 5. Вот, собственно говоря, на ней мы попробуем сегодня что-нибудь сделать. Машины не справлюсь. Ты меня простишь за это? Честно, это на самом деле просто чувство неописуемое. Кто в теме, тот поймет. Что, я думаю, сегодня хватит, наверное. Не будем мучить Яльку. Всем привет!